Всем доброе утро. Сегодня пришлось встать пораньше, так как вчера было лень вынести мешок с пищевыми отходами. Такой мешок стоит 25 центов у нас, как на контейнере вот такой. В контейнерах же другой мусор. Контейнеры имеют штрих-код, их взвешивают, то есть мусор в них где-то это все регистрируется. В конце года вам приходит фактура за мусор. У нас такой контейнер полный набегает за месяц. Здесь чаще. Рядом вы видели мешки. Эти мешки, скорее всего, не заберут. Хочу также сказать, что так мусор собирают не во всех уголках Бельгии. Ну вот и все. Такое выдалось утро. И пока-пока.